На улице Самары вышел дорожный патруль. С наступлением тепла специалисты в куртках с символикой нацпроекта «Безопасные качественные дороги» начали гарантийный осмотр объектов, где в прошлом году и ранее в рамках нацпроекта был сделан ремонт. Происходит обследование как покрытия проезжей части, так и люков смотровых дождеприемных колодцев. Ну, на наличие каких-то дефектов это либо разрушение асфальтобетонного покрытия, либо просадка смотровых дождеприемных колодцев. На объекты выезжают представители заказчика ремонта. Это администрация областного центра и подрядные организации. Сегодня специалисты работали на улице Дачной. В прошлом году на участке от Чернореченской до Московского шоссе на средства нацпроекта отремонтировали проезжую часть на площади 5500 квадратных метров. Дорожное полотно обновили, используя высокопрочную щебеночно-мастичную асфальтобетонную смесь «Щемаа-16». Поэтому гарантия составляет 5 лет. Также заменили люки смотровых и дождеприемных колодцев. В районе пересечения улиц Коммунистической и Дачной восстановили парковочные места. Делаем промеры рейкой трехметровой дорожной со щупом. Выявляем просветы, если данные есть. В общем, состояние неплохое, все сохранилось. Какие-то небольшие дефекты выявляются, мы их постараемся сразу же устранить. В случае обнаружения дефектов, описание которых включается в акт осмотра, подрядчик обязан устранить их за свой счет. Подрядная организация в рамках муниципального контракта должна в течение 20 дней после получения данного акта устранить все замечания за свой счет в рамках гарантийных обязательств после получения письма. Но подрядная организация, понимая всю серьезность федерального проекта, а также выполнение своих работ, данные дефекты устраняет в течение 3-4 дней. По итогам проверки на улице Дачной выявлена небольшая просадка на люке смотрового колодца. Подрядчик намерен открыть люк и осмотреть локацию, чтобы разобраться с причиной образования дефекта. Если обнаружатся утечки на инженерных сетях, в адрес собственника коммуникаций отправят письмо. На сегодняшний день в областном центре на гарантии находятся более 150 объектов. Это дороги, на которых в рамках нацпроекта был сделан карточный, комплексный и капитальный ремонт. Специалисты осмотрят их до 1 мая. До 15 мая все выявленные дефекты планируется устранить. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События.